Посмотрите, какую крутую маску мне мама выпустила. Прям вообще мне так нравится. Еще она меняет. Вот так можно. Вот так. Вот так. Класс вообще. Мальчишки мои пошли гулять. Я занимаюсь всякими домашними делами. Вот. Сегодня на ужин будет вреднятина у нас. Куриные наггетсы домашнего приготовления. И еще креветки сделаем в панировке. Показывает рецепт. Я вам уже показывала свои девайсы для Левушки, развивающий коврик и шезлонг. Точно такие же я купила для розыгрыша в нашем с мамой семейном конкурсе. Один коврик мы уже разыграли вчера. Вот. Девушка-победительница мне отписалась. Мне было очень приятно, что ей понравился подарок. Еще один коврик разыграем, и шезлонг будет разыгран. Поэтому скорее подписывайтесь на конкурсный аккаунт. Чем раньше вы подпишетесь, тем больше шансов у вас будет выиграть призы. Призы будут разыгрываться каждый день. Там много всяких классных призов. Потом еще раз покажу вам. Поэтому подписывайтесь на всех тех, на кого подписана я, и вы становитесь автоматически участником нашего розыгрыша. Сегодня у нас будет курица и креветки во фритюре. Точнее, у нас фритюра нет, у нас просто вот будет кастрюлька с маслом. Я уже подготовила яйца, взбила, сухари панировочные, мука, кусочками грудку нарезала, креветки мы почистили. Вот, сейчас будем приступать к готовке. Начнем с куриных наггетсов. Грудки мы просто посолили, я вот сухой чеснок добавила, смотрите, в муку обваливаем, потом в яйце, а потом уже в панировочных сухарях обваливаем. И вот такие у нас нагины получаются. Кирюша так наггетсы называл в детстве. Ну что, курочку мы подготовили. Вот, теперь приступаем к креветкам. Кстати, вот такие у меня панировочные сухари. Если что, брала их в ЭКО-маркете, оставлю вам ссылочку. Тяните вверх и попадете прямо на них. А я приступаю к креветкам. Креветки тоже сухой чеснок добавила и соль. Все. Дальше тот же процесс. Обваливаем в муке. Потом в яйце. И потом в панировочных сухарях. Грязная работа. Ну что делать? Хочется домашних наггетсов. И вот такие вот креветочки у меня получаются. Ну что, вот так у нас получилось креветки в панировке, курочка в панировке. И я уже поставила масло нагреваться. Вот, тут у меня две тарелки подготовлены с салфетками, чтобы салфетки впитывали остатки масла. Ну что, жарим наггетсы. Такие они красивые, получаются с золотистой корочкой. И внутри они получаются вот такие. Я уже попробовала. Класс просто. Креветочки шипят. Сейчас дожариваю последнюю партию креветок и покажу вам результат. Ну что, у нас сегодня вредная еда. Но иногда можно. Это куриные наггетсы получились, и вот креветки такие в панировке. И все с чесночным соусом. Я обожаю его. А Левчик нас уже спит. Бабуля, привет. Да, как тебе внучок в твоей масочке? Ну просто шеф-повар. Ну,